этом новом тренажерном классе сотрудники сочинской ТЭС повышают квалификацию и оттачивают навыки в деле ликвидации аварийных ситуаций. На этом мониторе можно смоделировать любую внештатную ситуацию, будь то отключение насоса, электродвигателя, либо турбины. Почему он такой передовой? Во-первых, у нас уникальное расположение. Ни на одной станции Краснодарского края такого расположения нет. То есть он находится прямо рядышком с главным щитом управления. И позволяет людям находиться и ликвидировать ситуации непосредственно на рабочем месте фактически. Часы специальной подготовки на таком уникальном для всего Краснодарского края тренажере для персонала электротехнического, теплотехнического и химцехов проводят регулярно. Главная задача – научиться работать так, чтобы не допускать отключения электростанции и, соответственно, нарушения теплоэнергоснабжения потребителей. Сегодня мы отрабатываем действия персонала при характерном для зимнего периода ситуациях. Это снижение температуры наружного воздуха и отмерзание импульсных линий на котлах утилизатора первого-второго блока. Благодаря использованию тренажерного комплекса мы смогли снизить до минимума возникновение нештатных ситуаций. Энергетики ожидают, что благодаря использованию тренажера в условиях дефицита времени на принятие решения, команда сочинской ТЭС будет действовать четко и оперативно, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля. Данное оборудование – одно из самых современных в России. К слову, передовые на ТЭС все установки. Поскольку у нас очень эффективные технологии, применены парогазовые, тарифы на электроэнергию и на тепло от нашей станции ниже, чем от традиционной. Если таких станций будет больше, соответственно, тарифы для населения будут ниже. Как единый слаженный механизм, персонал ТЭС работает каждый день. К слову, к холодам станция готова. Сбоев в теплоэнергоснабжении, уверяют специалисты, в Сочи не будет. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.